Алиса, иди сюда, иди сюда, иди, 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 иди сюда, Алиса, иди сюда, столько собак, иди сюда, бегом, 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 бегом. Где ты? А, ты играться. Алиса, иди сюда. Что такое? Ты уже все, ты уже тоже игрок номер один? Да. Вы понятно. Ты теперь около руки будешь скакать. Алиса, пошли. Идем, идем со мной. Еще никто не завтракал. Алиса. Вот, 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 вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто сверху лезет? Кто царь горы? Давай, залезай сюда. Это вот место, это Алиса уже его отлежала. Вот это вот пятно. Она тут спит днем. О, ну, что такое? А орехи кто будет? Орехи. Алиса. Тут заначка орехов для Алисы. Она их теперь сажает, эти орехи. Алиса, бегом сюда. Ты орехи не ешь. Что такое? Да, ага. Вот, все хорошо? Ага, орехи, орехи. Держи. Твое? Удивительно. Половина орехов сейчас спрячет, они потом вырастут. А половину будет грызть. То за стремление грызть орехи не могу понять. Потому что орехи чищенные, не жареные, не ест. Ну, ест, но мало. Все, побежала прятать. Белый. Тебе тоже надо посмотреть. Белый, ты ешь орехи? Ну-ка, это удивительно. Что это такое? Самое главное – научить. Макс, хоть ты вменяемый остался. Не ешь орехи. Что такое? Что? О, 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 о. Спасибо, Макс. Как Алиса проводит вечер? Все, уже поела, пришла на кухню и улеглась. Собак нету, так что можно чувствовать себя достаточно вольготно. И пообщаться, и поваляться. Ой, 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 ой. Это значит, не подходи. Ну, я попробую все-таки подойти. Ушла в свой угол. Ой-ой-ой-ой. Что самое интересное, хвост уже начинает в нее выпадать потихоньку, она его начинает грызть. А там крыса, которую она так и не поймала. Будет охранять. Да, 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 да. Вот такая вредная-то. И скрипит на меня, и скрипит. Погладить можно? Нельзя? Ну так, рядом посидеть. Уши прижала. Что?
Кто такой? Кого ты там слышишь? Не мешать? Ладно, ладно, все, я пошел. Слушай ее. Алиса? Алиса, Алиса! Иди сюда. Оп, и исчезла. Алиса? Ну давай. Кто гладиться будет? Кто это? Кто? Кто? Кто это? Тихо, тихо, ты отойди. Алиса вредничает. Все хорошо. Да, да, да. Атя, тихо, тихо, тихо. Ты что? Не хулигань. Отпусти меня, отпусти. Вот, молодец. Нельзя так себя вести. Зачем? Ой-ой-ой-ой-ой. Это все из-за тебя. Ты рядом? Да. Она вон, видишь, спряталась. Из-за того, что меня укусила. Ничего страшного. Алиса укусила не сильно. Что такое, девочка? Ты расстроилась? Да. Собаки раздражают. Не понимают твою лисью натуру. Да. Ну ничего. Ой-ой-ой. На крыльце вообще не то место, где гладить Алису надо. Да-да-да. Все? Поговорила? Правильно. Все, товарищи. Я еще даже тебе ничего не сказал. А что ты тут делаешь? В этом углу? Ведро кто трогает? Тряпку? Тряпку кто трогает? Чья тряпка? Твоя? Вот мне так не кажется. Да, ты только что грызла тряпку, я видел. И что это такое? Так же нельзя делать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Делаешь вид, что сонная? Нет. Вот сейчас тряпку ты грызла. Вот ту. А посмотреть в твои честные глаза, не ты это было? И главное, не уходит. Вот. Все, твой угол, купаться.
Так. Это называется, я с тобой больше разговаривать не желаю. Да? Вот так пропадают тряпки.